Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, что внезапно произойдет очень приятное. О, девочки, успех внезапно произойдет. Очень приятный успех. Скорее всего, успех это в работе, карьере, бизнесе, может быть, в финансах. Давайте посмотрим. Исполнится какое-то ваше желание даже. То есть что-то неожиданно для вас исполнится внезапно. Возможно, это будут либо радостные новости какие-то, которых вы ждете, желаете их получить, чтобы они были радостными. Либо это знакомство или встреча с мужчиной. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, ровесник или чуть-чуть младше вас. Также, да, вот говорила, радостные новости могут быть о недвижимости, по поводу документов, также относительно обучения, работы, да, какое-то известие вам очень важное, которое повлияет, да, кстати, может касаться, например, поездки или переезда. Вот. Ну и также встречи с мужчиной, это тоже может касаться. Я вижу тут изменения в вашей жизни, причем это еще могут быть новости, девочки, из официальных органов от какой-то женщины. И очень хорошая здесь по старшему аркану смерти идет трансформация. Трансформация, смотрите, вы прям императрицей станете. То есть либо финансовое положение улучшится, либо должность новую получите. Либо получите какие-то документы и, может быть, от мужчины предложение, да? Вот, потому что предложение, да, здесь тоже может быть, если вы, к примеру, ждете предложение руки и сердца или предложение переехать к мужчине, вот, причем не сразу, я так понимаю, что не сразу вы переедете, может быть, документы нужно оформить будет, может быть, еще что-то, может быть, решить какие-то еще вопросы, именно документального характера, потому что, ну, переезд, даже если в пределах одного города переехать к мужчине, если еще выйти замуж, да, именно официально, то это, конечно, документально не так просто. Вот, вот такие, собственно, внезапные приятности вас ждут.